В пресс-центре Донецкого агентства новостей состоялась 9-я видеоконференция по подготовке выпускников ДНР к сдаче единого государственного экзамена. 27 марта присутствующие ознакомились с особенностями сдачи ЕГЭ по литературе. Литература – предмет особенный, он отличается от других своей творческой частью, что детям нужно будет обязательно написать сочинение. Следовательно, необходимо знать определенный перечень литературы, которую они должны прочитать и уметь ее анализировать. На данный ЕГЭ зарегистрировано 45 учащихся из различных городов и районов Донецкой Народной Республики. В мероприятии приняли участие преподаватели из Российской Федерации, представители Луганской Народной Республики, а также учителя и выпускники школ Донецкой Народной Республики. Я решила принять участие в этом мероприятии, потому что я считаю, что это очень актуально в подготовке к ЕГЭ, и я хочу сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в российский вуз. У меня вопросы по критериям оценивания, потому что они не совсем четко прописаны в каких-либо сборниках, а также вопросы по самой структуре заданий, потому что она в каких-то местах не совсем понятна. Мероприятие было проведено в рамках интеграционной программы при поддержке Русского центра. Алина Черняева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.